марте исполнился 51 год со дня основания отрядов юных инспекторов движения, помощников сотрудников госавтоинспекции. Ребята не только сами изучают правила безопасного поведения на дорогах, но и ведут просветительскую работу среди сверстников и взрослых. В Бутовской школе номер 2 прошло праздничное мероприятие. В игровой форме учащимся напомнили правила дорожного движения, а сотрудники ГИБДД поздравили своих юных коллег с днем рождения организации. Отряды ЕИД – это творческие объединения школьников, которые помогают школе в организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения среди учащихся своей школы. Школьникам показали тематические видеоролики. Вместе со старшими коллегами ребята разобрали различные ситуации на дороге. А по завершении мероприятия новым членам организации вручили удостоверение юных инспекторов. Анастасия Биктимирова. Поздравляем! Профилактическая работа с подрастающим поколением будет продолжена.